Друзья, я вас приветствую. Хочу вас сегодня познакомить с бразильским лимонадом. Очень вкусный напиток, необычный. Прекрасно утоляет жажду и восхищает своим вкусом. Нам понадобится 3 лайма. Их предварительно надо хорошо промыть в воде с содой. Затем промыть в проточной воде и просушить бумажным полотенцем. Также нам понадобится 500 мл воды, сгущенного молока 190 мл. Также нужна будет марля, ну у меня это будет вот такой вот мешочек. Ну и нужен будет лед. Начнем готовить. Промытый подготовленный лайм нарезаем кусочками. У лайма удаляем вот эту часть. Я нарезаю на более мелкие кусочки, чтобы легче работать было блендером. Нарезали на кусочки лайм и складываем в блендер. Сок слить в пиалу. Он нам пригодится. Теперь в блендер к лайму мы наливаем воду. Накрываем блендер крышкой и пробиваем в течение 20 секунд. Берем посуду. В посуду выкладываем марлю, или как у меня, вот такой вот мешочек. И выливаем содержимое блендера сюда, в мешочек. Нам надо хорошо отжать жидкость с пробитой массы. Эта масса нам больше не понадобится, мы ее убираем. Процеженную жидкость выливаем снова в блендер. Также в блендер вводим 190 мл сгущенного молока. И я подготовила лед, вводим сюда лед. Накрываем крышкой и еще взбиваем в течение 15-20 секунд. Наш напиток готов. Берем блюдце, наливаем немного сюда воды. И в эту воду выливаем тот сок лайма, который у нас оставался на доске при нарезании. И берем еще одно блюдце с сахаром. Я подготовила посуду. Берем посуду, макаем в воду с лаймом и далее сразу в сахар. Наша посуда готова. Подготовленные фужеры наливаем наш напиток. Итак, друзья, мы сегодня приготовили великолепный освежающий бразильский лимонад из лайма, сгущенного молока, ну и льда с водой. Прекрасно утоляет жажду, имеет восхитительный вкус. Попробуйте приготовить такой напиток. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и пока-пока.